А горный кластер, именно где Рудокупер, Красная Поляна, там лыжи. То есть там все с лыжами. То есть они разделение было, потому что представьте, отсюда вы ездили туда в горы. Конечно, нет. А деревья там, и курорты. Вообще вот вся территория, на которой находится парк и прилегающие территории, гостиницы и так далее, называется вообще, горе.